Ребята, я очень хочу 150 тысяч подписчиков, и с этим мне можете помочь только вы. Поэтому прямо сейчас я вам даю 3 секунды, чтобы подписаться на канал, ну и заодно поставить лайк на это видео. 3, 2, 1. Если вы успели, то вы реально красавчики. Перед началом ролика хотел бы специально для вас разыграть геймпассик випочку за 249 робоксов в игре Arm Wrestling Simulator. Но для этого вам нужно просто подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать абсолютно любой комментарий с вашим ником от Роблокса. Чем больше комментариев, тем больше шансов на победу. Но итоги я сделаю только если на этом ролике вы наберете 750 лайков за один день. Желаю удачи и приятнейшего просмотра. Если вы хотели купить робоксы по очень дешевой цене, то вам на сайт RBX Camp. Ведь именно здесь вы сможете оформить покупку буквально за пару кликов, и ваши желанные робоксы придут на ваш аккаунт в течение указанного времени. А также RBX Camp каждый день проводит розыгрыши на халявные робоксы у себя в группе ВК и на Discord сервере. Перед покупкой робоксов обязательно проверьте, что вы зашли именно на сайт rbx.camp, а не на сайт мошенников. Все полезные ссылочки на RBX Camp я оставлю в закрепленном комментарии. Всем привет, ребята, с вами как всегда я, Цезарь, и добро пожаловать в Arm Wrestling Simulator. И это быстрый спидран нуба в этой игрухе с самыми сильными пэтами и с офигенной рукой. У меня уже был похожий видосик про спидран в этой игре, но тогда у меня был только один самый сильный пэт в игре, и у меня не было сильной руки. Но теперь смотрите, бам, у меня три самых сильных пэта, а именно Ghost Game T-Rex на 1 600 000. Ну ладно, нет. Ребята, это не самый сильный пэт в игре, потому что у нас вышел только вот новое обновление с этими шестеренками, с квестами и так далее. И в них, согласен, есть вот такой питомец супер редкий. Мне кажется, его, ну, максимум сделали только в первом виде. Ну, в общем, питомец на 240 тысяч статы, но если сделать его в максимальной, скажем так, комплектации, то стат у него будет там больше, чем 1 900 000. Ну, не буду на него обращать внимания, будем считать, что это самый сильный пэт в игре на 1 600 000, хорошо? Вот, и также у меня есть рука, не самая, конечно, мощная, не самая крутая, но на 975%, почти на косарик. Поэтому будем сейчас смотреть, за сколько я смогу пройти эту игру. Естественно, я пройду ее не всю, наверное, но посмотрим, за сколько я смогу хотя бы дойти до третьей локации. Ребята, перед началом обязательно давайте прямо сейчас подпишемся на мой канал, поставим лайк под это видео, также прожмем колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Кстати, сегодня, возможно, будет раздача крутых питомцев в этой игре, поэтому если хотите получить пэтов, залетайте на стримчик. Ну и также пишите комментарии. И если на этом ролике наберется 750 лайкосиков, я разыграю VIP-геймпасик за 249 робоксов. В общем, все, давайте не будем медлить, поехали прокачиваться. Естественно, у меня уже 3 ребирта есть, чтобы я мог кидать рейты, чтобы я мог себе передать вот этих вот пэтов. Я их уже себе передал, естественно. И давайте их сейчас наденем и попробуем быстренько прокачаться. Вот они, 3 моих суперсильных пэта. И также давайте сразу же наденем руку. У меня 900, пока что 0 силы, да. Я беру сейчас руку, у меня есть тут вот такая вот ручка. И смотрите, просто бамс, я уже фармлю 154 миллиона в самом начале. Я уже могу спокойно прокачать вот этого чувачка, убить точнее. У меня уже 8,3 миллиарда силы. Это просто капец. У меня 8,3 миллиарда силы только благодаря руке, потому что она увеличивает мои статы буквально, наверное, раз в 40. Это просто капец. Рука тут реально просто имбулечка, ребята. Прямо сейчас нам нужно прокачать 15 тысяч коронок, чтобы дойти до второй локации. Но это будет несложно, на самом деле. Я, конечно, еще хотел этих динозавров прокачать на вины, чтобы можно было быстрее фармить, но для этого нужно было много ребиртов. Поэтому я не стал делать, сорян, ребята. Вот, но я думаю, все равно сможем быстро прокачаться. Если, ребята, вам понравится эта рубрика, вот этот про спидран, да, то я продолжу ее. Да, это уже, конечно, будет не совсем спидран, а скорее, ну, скажем так, просто прокачка нубского аккаунта самой сильной экипировкой. То есть, возможно, мы сегодня дойдем до третьей локации фастиком, но если вы поставите много лайкосиков и вам понравится рубрика вот эта вот про спидран, то мы с вами продолжим и попробуем уже быстренько докачаться до четвертой локации, естественно, с самыми сильными пэтами и тому подобное. Вот. Так. Кстати, ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я продолжил рубрику от нуба до про, потому что уже 3 части вышло, конечно, первая прям собрала очень хорошо, вторая, третья не особо. Не знаю, делать ли мне четвертую часть или нет, все зависит, ребят, от вас. Захотите ли вы, чтобы я ее сделал, напишите обязательно в комментариях. Также, кстати-ка, скоро я, наверное, сделаю видосик, где я буду открывать, получается, те
кейсики с шестеренками, потому что я их уже нафармил довольно-таки много благодаря квестам. Поэтому вы тоже, ребята, фармите, потому что вдруг вы сможете себе зафармить пэта на 240 тысяч. Это просто капец. Хотя, конечно, я бы очень сильно хотел бы такого пэта себе в гост комплектации, в хьюдж и, естественно, void, потому что тогда он будет просто супер мощнейшим. Так, у нас уже с вами в это время уже практически 11 тысяч винсов. Мы сейчас с вами уже дофармим, естественно, 15 косарей фастиком. У нас, кстати, даже еще есть буст 13% к силе, потому что сейчас у нас каждую минуту плюс 1% к бусту. Максимум можно нафармить, если что, 120% за 2 часа. И тогда у вас будет фарм, получается, еще в 2 раза. Ой, нет, не в 2 раза, ладно. В 1 и 2 раза будет мощнее. То есть я считаю, что это прям... Ну, очень хорошо, если честно, очень хорошо, потому что вы можете пользоваться крутыми пэтами, рукой, вот этим новым бустом бесплатным. Также, если вдруг еще на выходных X2, ой, силу можно просто фармить дофигища, ребята, просто дофига. Так, тем временем у нас уже прошло буквально 3 минуты с того, как мы начали фармиться, и мы сейчас уже с вами переходим во вторую локацию. Так, и все, переходим во вторую локейшн. У нас 15 тысяч, и давайте сразу же здесь мы берем просто вот эту ручку и начинаем фармить. У меня уже 27 миллиардов. Так, у нас уже самая сильная рука, да? Да, мы фармим уже по 1,7 миллиарда, мы уже можем спокойно зафигачить вот этого челика и уже перейти в третью локацию. Поэтому давайте прямо сейчас мы с вами это и сделаем, естественно. Я уже могу с легкостью зафигачить, смотрите, у меня 233 миллиарда силы, а у него всего лишь 36. Это практически ничего. Сейчас мы с вами быстренько сварим 20 миллионов силы, перейдем уже в третью локацию и будем там уже фармить. Так, кстати, с вами посмотрим, докуда я смогу дойти с этими пэтами в прокачке. Потому что в прошлый раз, когда я был без руки и только с одним пэтом, мы с вами, в принципе, смогли, по-моему, победить первого босса, но до второго уже довольно-таки надо было много времени, даже самым сильным пэтом. Нужно было бы немножко пофармиться. Но в этот раз, мне кажется, мы с вами сможем, возможно, как минимум пару боссиков, я думаю, мы сможем с вами зафигачить. Но, естественно, для этого нужно будет сделать еще ребирты. А, и также купить трейл. Кстати, трейл еще нужно купить, естественно, ребята, естественно. У нас уже тем временем 15 миллионов винов. Так, ну-ка, мы уже с вами практически нафармили 20 миллионов, уже 16 890. Так, и буквально вот, наверное, сейчас сколько? Два завершающих раунда, да? Первый раунд у нас уже 18 7. И последний раунд, я так понимаю, сейчас мы уже с вами дофармим, да? Да, все, у нас 20 миллионов есть. И мы уже с вами на третьей локации. Буквально за сколько? За 5,5, за 4,5 минуты мы уже с вами на третьей локации. Давайте сразу же, смотрите. Так, этого человека еще не могу победить, смотрите, берем сразу же хэн, начинаем фармиться. Я не знаю, это самое мощное или нет. Да, это уже самый мощный хэндик, смотрите, мы уже с вами фармим по 9,2 миллиарда спокойно. Мы можем уже с вами зафигачить этого челика вообще на изях, потому что у нас силы в 3 раза больше, чем у него, естественно. Так, 9,3 миллиона. Ну, кстати, 9,3 миллиона, ну, так себе, слабенько, слабенько, конечно. Но сейчас мы с вами еще купим трейлик, сейчас мы с вами еще увеличим силу. Смотрите, у меня 1,1 триллион, да. Берем трейл. Берем... Допустим, сколько? Ну, 20 миллионов, ладно. Уже 2 триллиона силы у меня. Будем вот этому челику, но у него 1,6 триллиона силы всего лишь, просто практически ничегошеньки у него нету. Мы сейчас его с вами быстренько зафигачим. Ну, ладно, не быстренько, потому что я его всего лишь мощнее на 400 миллиардов, окей. 45 лямов у нас есть. Давайте сразу же зафигачим пару ребиртиков, да, наверное. Смотрите, вот поскольку я сейчас фармлю? Я фармлю по 9,2 миллиарда, да. Давайте сразу же сделаем пару ребиртов. Вот так вот, бамс, оп, сделали ребиртики. Так, и смотрите. Теперь я фармлю уже, смотрите, по 28 миллиардов, ребята, офигеть, 28 миллиардов, вы просто представьте себе это число, 28 миллиардов. Мне кажется, ребята, если вам реально понравится эта рубрика, то мы с вами до четвертой локации дойдем в мгновение ока, вообще на изях с этими питомцами. Ой, ну это будет просто, это будет очень просто, мы уже просто с вами можем, но этого челика мы еще не можем победить, но вот этого челика мы уже можем. Ну-ка, сколько у него? У него 22 триллиона, ладно, для него надо где-то 35 примерно нафармить, и тогда мы сможем его победить. Но это буквально дело времени, ребята, дело времени. Смотрите, мы сейчас идем к вот этому челику, зафармим его сейчас буквально пару раз. Смотрите, сколько я с него получаю. Ну-ка, я с него получаю по 45 миллионов. Да мы сейчас с вами получим новый трейлик, увеличим свою силу, немножко подфармим и уже зафигачим третьего босса на изях. Просто третьего босса мы сейчас уже с вами зафигачим с легкостью. Так,
У меня уже тем временем сколько? 150 миллионов, да? Ну ладно, 140 миллионов, хорошо, хорошо. Давайте на время 225 лямов. Там, по-моему, есть стрел за 225 миллионов. Попробуем сейчас его купить с вами и посмотрим, сколько я уже буду сейчас иметь силы с новым трейлом. Бамс. Так, у меня 226 миллионов даже. У меня 43 триллиона. Нет, тогда 375 миллионов, да? Но сила моя довольно-таки хорошо увеличится, что 125. Хорошо, давайте сейчас нафармим. Давайте нафармим фастиком, почему нет? Давайте нафармим 375 лямов. Это не сложно. Это, ну, блин, буквально полминуточки у нас уже с вами 375 миллионов в кармане. Так, еще буквально 3 раза победить босса, да? Даже... Ну, да, 3 раза, потому что нам немножко не хватит. У нас даже будет немножко перебор. Так, у нас 361 миллион, и последний раз фармим. Так, и ну-ка, все, мы нафармили. Так, у меня 43 триллиона, да, берем, покупаем, бамс, и у меня уже 17,9. Все, смотрите, мы сейчас берем хэндс, мы фигачим, быстренько сейчас сделаем 40 триллионов. Давайте попробуем, а что если я буду фармить Knuckles? Ну-ка, мне интересно, что я буду фармить Knuckles. Так, мы сейчас быстренько переходим, с моей этой силы мы сейчас быстренько... А, мы уже можем на последней руке фармиться, спокойно. Смотрите, я беру сейчас вот так вот, и по 10... Ну, кстати, возможно. Да, я думаю, через Knuckles я сейчас фармлю даже быстрее. Я думаю, сейчас Knuckles на третьей локации я фармлю быстрее, чем Hand. Поэтому, в принципе, можно даже фармить вот эту штукенцию. Давайте сейчас 40 триллионов делаем и ломаем уже третьего босса. Ну, не ломаем, а побеждаем его в честной схватке, скажем так. В честной схватке мы его побеждаем. Но не то чтобы в честной, потому что у меня в два раза больше сил уже. И его, естественно, я могу победить уже просто с легкостью. Ну-ка, смотрите, 225 миллионов. Ой, да это просто легчайше. Просто легчайше, ребята. Вот так вот мы с вами уже, ребята, буквально вот за сколько? За 8,5 минут мы уже с вами побеждаем третьего босса на третьей локации. Это просто офигительно. Такс. У меня уже 200, вот уже 706 миллионов, мы сейчас с вами еще можем пару ребитиков сделать и посмотрим, сколько я уже буду фармить. Такс, бамс, у меня уже 225 лямов. Так, давайте сделаем пару ребитиков, вот так вот бамс, опача, у нас уже с вами фарм идет, смотрите, поскольку было 28 миллиардов, стало уже по 35 миллиардов. Ну, на этом, в принципе, я думаю, можно будет заканчивать, потому что на следующего босса нам нужно будет сколько там, где-то под 200 триллионов, чтобы его победить, наверное, да? Ну-ка, смотрите, ну, да, даже где-то под 250 триллионов, чтобы его победить, поэтому сейчас мы его не сможем, нужно подфармить. Поэтому, ребята, если на этом ролике будет много лайкосиков, то я, конечно же, сделаю продолжение данной рубрики. Поэтому обязательно, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под это видео, также пишите комментарий и, в принципе, участвуйте в розыгрыше на випочку за 700, за 249 робуксов. Набираем 750 лайкосиков. Ну, а с вами был, как всегда, я, Цезарь. Всем хорошего настроения, до скорой встречи в новом видосике. Все, ребята, всем пока-пока.